460 избирательных участков Тюменской области на выборах президента России оборудуют камерами видеонаблюдения. Это больше 40% от общего числа. На всех остальных площадках организуют видеофиксацию с помощью мобильных устройств. Записи с них будут храниться 3 месяца. Во Дворце Пионер в дни голосования будет работать Центр общественного наблюдения. Там в режиме онлайн будут транслировать изображения с видеокамер на участках. Допуск к видеотрансляции, соответственно, и там, к прокруткам, к воспроизведению, ко всему остальному предоставляется кандидатам, которые у нас выдвинуты, политическим партиям, наблюдателям от общественной палаты, избирательным комиссиям. И, соответственно, если наблюдатель хочет увидеть трансляцию с этих камер, он может прибыть на Центр общественного наблюдения.